случайно не встретишь в аэропорту. Удивительно, скажи. Да, еще как. Выслушай, Тони. Тот доктор, психиатр. Он за этим стоит. Капитан. Ваше высочество. Короче, Рос дал мне 36 часов, и из них 24 уже прошло. Выручи по-братски. Вы гонитесь не за тем. У тебя прицел сбило. Скольких твой армейский дружок вчера положил? И таких суперсолдат, как он, еще пятеро. Нельзя, чтобы доктор до них добрался, Тони, нельзя. Стив, ты знаешь, к чему приведет неповиновение. И этот бой я принимать не советую. Ну все, терпение лопнуло. Чувачок! Ты крут, парень. Спасибо. Над приземлением надо еще поработать. Непривычно. Нет, костюм мистер Старк роскошный. Спасибо огромное. Так, только давай без расшаркивания. Понял. Капитан? Я ваш фанат. Я Человек-паук. Это мы обсудим после. Привет, народ. Молоток. Подсуетился? А ты ведешь себя как идиот. Втянул Клинта, вытащил Ванду оттуда, где ей тихо, спокойно сиделось. Я стараюсь сохранить. Я пытаюсь уберечь Мстителей от раскола. Нас расколол договор. Ну, раз так. Либо отдаете Барнса, либо мы повяжем вас с копом. Еще вариант. Вас повяжут бойцы спецназа, они рассусоливать не станут. Давай. Отыскали. И Квинджет в пятом ангаре, северная полоса. Пора, Лэнг. Эй, народ! Эй, что это было? Кэп, по-моему, это твое. Прошу. Чудесно. Еще двое на парковке, одна из них Ванда. Этих беру на себя. Роу, где на тебе Кэп? Плюс двое в терминале, Уилсон и Барнс. Барнс мой! Мистер Старк, а мне что делать? Как обсуждали, вяжи паутины, в бой не вступай. Я сам выполняю! Уйди, капитан. Второй раз просить не буду. Слушай, я не хочу делать тебе больно. Но тем хуже для тебя. Это что еще было? Не знаю, походу гимнаст какой-то. Железная рука? Это же огонь, чувак! У вас есть право хранить молчание! Прости, Кэп. Убить не убьет, но след точно оставит. Ванда, ведь вижу, обиделся. Ты посадил меня под замок. Во-первых, не будем преувеличивать. Во-вторых, это для твоей же безопасности. Привет, Клинт. Привет. Вижу, на пенсии не сидится. Неужто устал от гольфа? Как не ударю, все в лунку. У меня ж глаз алмаз. С почином промазал. С чего ты взял? Многочисленные повреждения. Спасибо, я уже понял. Вот черт! Простите, не вы обронили? Крылья из углепластика? Ты эту ерунду выделяешь. Теперь понятно, откуда такое соотношение коэффициентов жесткости и гибкости. Не знаю, бывал ли ты раньше в бою, но обычно у нас бьются молча. Понял, виноват. Слушайте, мы бы, конечно, продолжили, но мне край как надо произвести впечатление на мистера Старка. В общем, не обессудьте, а? Чего ждал, раньше не мог? Шеф, музычку? Don't give it to you. Fuck wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard getting
Can I do it again? Cause yeah. I